Так, легенда есть. Вот этот колокол, вот это проверка на глупость. Потому что ударяешь, вот этот колокол, у кого голова пустая, она входит в резонанс с этим колоколом и разрывается на куски. Если все нормально сохранилось, значит умный на IQ больше 180. Все не разлетелось. А вот тут рядом есть, ребят, показывать не буду. Это трэш. Тут одни мозги валяются везде.